Регулируемая пластиковая опора для лаговых конструкций террас из ДПК. Изготавливается пластиковая опора из высокопрочного полипропилена. Данное приспособление дает возможность легкостью выровнять монтируемую поверхность по высоте, даже при сложных условиях на участке, благодаря регулирующему винту, соединенному с резьбой. Где используются опоры? Чтобы поднять строение на необходимый уровень, максимально выровнять поверхность. Снижает время на монтаж летних сооружений, к примеру, кафе. Используется в качестве защиты мягкой кровли. Когда под полом необходимо проложить коммуникации. При новом законе о курении в общественных местах опоры нашли еще одно применение. Их используют для возведения крыш в местах для курения, когда строение сезонное и требует сборки и разборки. Регулируемые пластиковые опоры нашли широкое применение для процесса выравнивания поверхности полов, позволяя проводить монтаж доски на черновой пол сразу после укладки лак. Опоры могут выдерживать колоссальные нагрузки, они не гниют. Не разрушаются от минусовых температур, сырости, прямых лучей солнца. Их можно обустраивать на мягкой кровле и на очень плотной почве.